Школьник из Дагестана стал победителем Всероссийской олимпиады по литературе. Она прошла в Калининграде. В соперниках у Замира Мурзаева были более 200 сверстников из разных субъектов страны. Как ему удалось их всех превзойти, узнавала Патимат Ханапова. Достоевский, Чехов, Горький, Шекспира. С первых строк Замира захватывают произведения и отечественных, и зарубежных классиков. Он любит не только читать, но и анализировать, связи находить, сопоставлять творческие находки авторов. Очевидно, эта особенность и привела к успеху на Всероссийской предметной олимпиаде. На протяжении почти всего года в нархозе, на базе нархоза, проходили воскресные занятия по подготовке к олимпиаде. Я каждую неделю ходил туда, плюс потом занимался самостоятельно, просматривал работы, задания прошлых лет. Мне помогали мои учителя Альбина Гиреевна, Ирина Владимировна по истории, по литературе готовиться. Проходило литературное соревнование в 3 этапа. Это были 2 письменных и 1 устное состязание. Учащиеся со всей России должны были показать знания текстов из русской классики, ответить на вопросы по истории литературы и написать творческое задание. Пока в Калининграде шли интеллектуальные испытания, в Дагестане за Замира болели родственники, учителя и друзья. В его победе мы не сомневались, нисколько в его силах. Всегда поддерживали, звонили ему, писали. И вот мы были с ним весь его путь. Удача к парню повернулась еще год назад. Тогда, будучи еще учеником Тереклимектепской школы, его талант заметили специалисты. Они и настояли, чтобы Замира перевели в республиканский многопрофильный лицей для одаренных детей. Он был обречен быть победителем и в школьного, и муниципального этапа, и, как я чувствовала, республиканского, потому что очень большая работоспособность, целеустремленность и прекрасные данные. Замир – ученик 11 класса. Он уже выбрал, куда будет поступать – филологический факультет МГУ. Тем более, что победа на олимпиаде дает льготы при поступлении в профильные вузы. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Махачкала, новости ННТ.